Мите было страшно так, что тряслись колени и подташнивало. Он впервые был в Орде. Приехал получать ярлык на великое княжение. Царь царей земных, великий хан Наурус Мухаммед разглядывал смешного мальчишку, московского князя. Хан уже решил, что отдаст ярлык не ему, а Дмитрию Суздальскому, врагу и сопернику Москвы. Чем больше русские князья грызутся, тем крепче на их шее затянута удавка Золотой Орды. И так будет всегда. Митя держался из последних сил, лишь бы не расплакаться. Все усилия прадеда, деда и отца, все пошло прахом. Но они оба ошибались. Хан Наурус через месяц потеряет власть вместе с головой, а Москва станет столицей русского государства, и великий князь Дмитрий нанесет удар по вековой мощи Орды. Страха не будет. Будет победа. После монгольского нашествия все крупнейшие города, включая Киев и Владимир, лежали в руинах. Русь стала частью Золотой Орды в составе огромной монгольской империи. В конце 13 века северо-восточная Русь находилась в состоянии всеобщей бедности и запустения. В результате монгольского нашествия сильно снизилась плотность населения. Торговля в обнищавших городах практически замерла. Тысячи ремесленников были угнаны в ордынский плен. Многие ремесла до монгольской Руси оказались утраченными. Широкое хождение денег прекратилось. В повседневном обиходе использовались заменители монет вплоть до стеклянных и каменных бусин. На краю разоренной страны, вдали от оживленных торговых путей и большой политики, лежало маленькое московское княжество. Спрятанное за лесами и болотами, оно меньше других пострадало от ордынских походов. Здесь княжил младший сын Александра Невского, Даниил Александрович. Он правил спокойно и хозяйственно, в усобицах не участвовал, за власть не боролся и учил этому всех своих многочисленных сыновей. Но самым внимательным его учеником окажется младший, Иван Данилович. Ивану было всего 5 лет, когда началась война. Борьба родных братьев за великое княжение окончилась тем, что один из них привел на Русь монгольский карательный отряд – Дюдень-Урать. Москва наполнилась беженцами. Люди надеялись, что монголы пройдут стороной, хотели отсидеться за деревянным тыном. Но Дюдень-Урать, как лесной пожар, не щадила никого, и защиты от нее не было. Москва была сожжена. Князь Даниил отдал в помощь погорельцам все свое личное имущество. Он умер молодым, но успел отстроить Москву и расширить свои земли. На Москве остались его 2 сыновей, старший Юрий и младший Иоанн. Заняв отцовский престол, Юрий принял тяжелое наследство. Ему пришлось ввязаться в опасную войну с могучей Тверью, в ту пору более сильной, чем Москва. Юрий оставил на Москве младшего брата, а сам отправился в Орду, чтобы там бороться за золотой ярлык. Русская земля состояла из уделов, отдельных территорий с собственными правителями. Все удельные князья по воле хана получали ярлык,
то есть право на управление собственными землями. Один из князей по выбору хана также получал золотой ярлык – право на великое княжение. Великий князь считался старшим из удельных князей, и все они находились в его подчинении. В это время золотой ярлык держал тверской князь Михаил, и Тверь, пользуясь этим, отбирала у Москвы земли. Но теперь великое княжение доставалось не тому, кто старше в роду, а кто быстрее добежит до хана и предложит ему больше подарков. Проведя почти 2 года в Орде, Юрий Московский сумел переиграть соперника. Он женился на сестре хана Узбека, получил высокий монгольский титул Гурагана, а в качестве свадебного подарка – долгожданный золотой ярлык. Но торжествовать победу ему пришлось недолго. Михаил Тверской пошел на Юрия войной, разбил его войско, а княгиню взял в плен. Юрий, как загнанный зверь, метался в московском тереме. Его княгиня, сестра хана Узбека, оказалась в заложницах. Хан никогда не простит ему этой оплошности. Ехать в Орду, виниться перед Узбеком было страшно до судорог. Что делать, он не знал. Но тут приехал посол, сам белый от страха, и сообщил. Неведомо от чего. Плененная в Твери княгиня умерла. Это был удар. В ярости Юрий бросился на посла и убил его. Опомнившись, он решил немедленно ехать в Орду. Во что бы то ни стало, успеть раньше Тверского князя, чтобы обвинить его в смерти ханской дочери. Михаил Тверской тоже собирался в Орду. Он понимал, что игра окончена. Если он не поедет, хан отправит карательный отряд и уничтожит всю Тверь. Старшие сыновья и княгиня умоляли Михаила не ехать, и сами тверичи говорили: «Беги, отобьемся». Но он простился со всеми и поехал к хану, чтобы отдать свою жизнь за мир на Тверской земле. Ордынцы вместе с дружинниками Юрия казнили Михаила, вырвав ему сердце. Спустя 7 лет за Михаила отомстит его сын. Он убьет Юрия Московского и сам за это будет казнен. Но хан заберет у Москвы золотой ярлык и вернет его Твери. После гибели Юрия Москва осталась младшему и последнему из Даниловичей – Ивану. Он получил чудовищный узел ненависти и раздоров, который так туго сумели затянуть в кровавой борьбе Москва и Тверь. Москве нужно было лишь одно – тишина. Хотя бы 10 лет без войны. Так много можно успеть за это время – исправить, сохранить, приумножить. По сути, он был московским правителем уже давно. Пока старший брат Юрий воевал с Тверью, Иван был фактически его наместником, князем без права принимать решения. Теперь из 5 Даниловичей он остался один. Власть и сила у его злейших врагов. Но Иван не собирался сражаться за ярлык. У него были дела поважнее. Он начал восстанавливать, обустраивать, понемногу расширять свое княжество, накапливая силы и средства. В это время в Тверь явился вышибать недоимки новый ордынский посол – Чолхан, или Щелкан, двоюродный брат великого хана. Он поселился в княжеском дворце, вел себя как в завоеванном городе, и тверичи не стерпели. Вспыхнуло восстание, охватившее весь город. Татары купцов от купщиков перебили.
Щелкана и его свиту сожгли заживо в княжеском дворце. Это ставило под удар всю Русь, и в первую очередь ближайшего соседа – Московское княжество. Иван Московский спешно поехал в Орду. Что он будет там делать, как предстанет перед ханом, он еще не знал. Из глубины души поднимался гнев. Вскипели тверичи праведной яростью. А теперь что? Умоются эти гордые витязи кровью своих соседей, родителей, жен и детей. Иван Данилович хорошо помнил тот кромешный ужас, который оставила Дюдень в Орате. Монголы идут широко, разлетаются по земле, как лесной пожар. Иван должен был отстоять Москву. Любой ценой. Отступать было некуда. Хан Узбек принял его любезно и поставил условия. Московские полки должны пойти в поход на Тверь вместе с монголами. Тогда ни один ордынский воин не ступит на земли Москвы. Иван Данилович сделал свой выбор. Он знал, что тверичи его проклянут и, возможно, осудят потомки, но он выбрал мир на московской земле и во всей Северной Руси. Объединенное войско ордынцев и москвичей разгромило мятежную Тверь, а великое княжение хан передал московскому князю Ивану. Получив золотой ярлык, Иван не переехал в стольный Владимир, как делали другие князья, а остался в своей Москве. Вскоре к нему из Владимира перебрался и митрополит Петр, превратив таким образом Москву в новую духовную столицу Руси. Митрополит Петр успевал все. Сам писал иконы, неустанно объезжал епархии, увещевал и проповедовал, призывал князей к миру, препятствовал наплывающей из Орды проповеди ислама. Своих духовных чад и прежде всего московского князя Ивана Даниловича он учил смирению. Поступись малым, чтобы сохранить главное, и Москва станет крепким оплотом православия. В том ее спасение. Митрополит Петр настоятельно советовал князю возвести в Москве большой храм в честь Успения Богородицы. «Если меня, сыне, послушаешь, то сам прославишься, и сыновья, и внуки твои, и град сей славен будет, а враги его повержены». Иван Данилович знал, что владыка прозорливец, и верил каждому его слову. Но из тьмы настоящего невозможно было даже представить себе великое будущее, которое так уверенно предрекал Москве митрополит Петр. По благословению владыки князь Иван заложил в центре города каменный храм. И спустя столетия Успенский собор Московского Кремля станет главным храмом русского государства. Он мчался сквозь метель. Колючий снег сёк лицо, и поле было нескончаемым. Далеко впереди, в самое небо, уходила огромная гора, и даже сквозь пургу он видел, как сияет ее белоснежная вершина. Но вдруг растаял блистающий на вершине снег, а после бесследно исчезла и сама гора. От хлынувших слез стало трудно дышать. Князь проснулся и понял, что плачет наяву. Он рассказал свой странный сон митрополиту. «Поле великое, — объяснил ему Петр, — есть твое государство московское. А гора великая — это ты сам, государь. А что снег начал таять, означает, что я умру прежде, а ты уже потом. Когда услышишь, что пришел к тебе некий старец, это и будет конец твоей жизни». Митрополит Петр тяжело заболел, когда Иван был на пути из Орды. Князь бросил обоз и, загоняя коня, поскакал в Москву, но не успел. Не дождавшись Ивана, владыка перед смертью все же преподал ему последний урок. Все свое имущество он раздал нищим. Похоронив и оплакав митрополита Петра, Иван Данилович отчетливо понял – надо торопиться.
Он должен успеть воздвигнуть свою гору великую. Не просто ждать, когда Господь помилует свой народ, но быть готовым к этой милости. Во всей Владимирской Руси уже несколько десятилетий ничего не строили. А Иван Данилович начал в Москве не просто большое, а грандиозное строительство. Вместо обветшавшего соснового тына выросли дубовые стены и башни нового Кремля. Из обычного укрепленного центра города Кремль стал резиденцией великого князя. Откуда Иван Данилович брал на все это средства, для многих оставалось загадкой. Московский князь нашел остроумный выход. Своим слугам он платил теперь не деньгами, а землями, которые назывались поместья. Из казны земли не уходили, они давались во временное держание на условиях службы. Спустя некоторое время система поместного землевладения станет основной в стране, а помещики, дворяне, станут опорой престола, военно-административным каркасом русского государства. Князь Иван с уважением относился к купцам. Его усилиями дороги княжества стали безопасными для купеческих караванов. Разбойников с большой дороги повыгнали, местным правителям поборы с купцов брать запретили. Торговые обороты росли. Но дав купцам большие возможности, князь и спрашивал с них много. Доходная часть бюджета складывалась из нескольких статей. Прямой поземельный налог с крестьян был фиксированным, но налог на торговлю мог возрастать вместе с оборотом, так же, как и транзитный налог, который взимался при пересечении купеческим обозом административной границы. Князь Иван добавил торговую пошлину, размер которой мог меняться по распоряжению властей. Вскоре Иван Данилович добился в Орде монополии на сбор дани со всех русских земель. Он знал, как это важно, и даже зафиксировал эту привилегию в своем титуле. Теперь он именовался «Князь Великий всея Руси». Он сам собирал весь ордынский выход безо всяких иноземных откупщиков и сборщиков. И сам вез его хану, не давая ни малейшего повода для карательного похода. Ежегодная дань московского княжества составляла 128 килограммов серебра, Нижегородско-Суздальского – 150. Тверское княжество и Новгород платили по 200 килограммов. Дань Владимира и окрестностей составляла полтонны серебра. В середине XIV века вся Северо-Восточная Русь платила Золотой Орде почти 1,5 тонны серебра в год. На эту сумму можно было прокормить примерно 100 тысяч крестьян или армию в 10-15 тысяч всадников. Московский князь собирал дань жестко, не забывая и своей выгоды. Часть выхода он по согласованию с Ордой оставлял Москве. Вышибал недоимки, отправляя в города должники своих воевод. В Ростове, который задолжал больше других, москвичи устроили разгром не хуже ордынцев. Разоренным же ростовцам князь Иван дал возможность переселяться в Московскую область, в Радонеж, предоставив им широкие льготы. Среди прочих переселенцев оказались ростовский боярин Кирилл с женой и их 14-летний сын Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, величайший подвижник, духовный собиратель русского народа. Немногие города могли позволить себе такую роскошь, как колокольный звон. Москва могла. Звонили благовестники, малые зазвонные и подзвонные колокола. Отмечали время суток и праздники, звали на литургию, оповещали о событиях. Когда князь Иван Данилович собирал на пир московскую знать, звонил веселый трапезный колокол. Словно вернулись воспетые в былинах старые времена. За изобильным столом рядом с князем неспешно пили здравицы его богатыри, бояре, строители московского государства. Князь был первым среди равных. И все они делали общее дело. Поднимали русскую землю, удерживая над ней спасительный купол великой тишины. Повествуя о временах, князя Ивана летописец назовет его добрым.
Но в историю он войдет с неофициальным, народным прозвищем – Калита. Так назывался кошель для милостыни, который Иван Данилович всегда носил с собой. И любой, кто просил помощи, получал ее. Перед рассветом он вдруг проснулся. Как будто кто-то потряс его за плечо. Звякнула цепь у дверей. И он явственно услышал голос. «Се старец прииде». Он ждал этой вести много лет. Ну, вот и свиделись. «Благослови, владыка», — молча попросил Иван Данилович. И владыка, конечно, благословил. В монастыре все было готово для пострижения в иноки. Великий князь Иван Добрый, прозванный за щедрость Калитой, принял монашеский постриг с именем Анания. Спустя несколько недель, 31 марта 1340 года, он скончался. Московское княжество расширилось. Страх перед Ордой, перед ее всемогущими баскаками и беспощадными ратями, страх, сводивший с ума, медленно уходил в прошлое. Подрастало поколение, которое не знало ужаса татарского нашествия. И спустя 40 лет сыновья тех, кто родился в эпоху Калиты, выйдут на Куликово поле. После смерти Ивана Калиты его старший сын Симеон Гордый правил 13 лет, стараясь во всем следовать заветам отца. Из его 6 сыновей 4 умерли на первом году жизни, еще 2 погибли вместе с Симеоном, когда в Москву пришла черная смерть. Черная смерть – мировая пандемия бубонной чумы, которая началась в середине 14 века в Центральной Азии и поразила Золотую Орду. Чума вместе с караванами генуэзских купцов распространилась по Средиземноморью и всей Европе. Через Псков проникла и в русские земли. По примерным расчетам, чума унесла 1/4 мирового населения – более 60 миллионов человек. Только в Европе ее жертвами стали 25 миллионов. После смерти сыновей Ивана Калиты на Москве остались 2 его внука – младший Ивашка 5 лет от роду и старший 9-летний Митя. Он будет великим воином и храбрым правителем, который изменит ход русской истории. В памяти поколений он останется как Дмитрий Донской. Княжение Московское досталось юному Дмитрию по наследству от отца. А право на великое княжение Владимирское, золотой ярлык, он должен был получить в Орде. Однако хан Наурус Мухаммед решил отдать ярлык на великое княжение не Москве, которое удерживало его уже больше 30 лет, а ее главному сопернику – Нижегородско-Суздальскому княжеству. Отец, умирая, велел ему слушаться во всем владыку митрополита Алексия. Митрополит Алексий был крестником князя Ивана Калиты и верным сподвижником его сыновей. Теперь ему предстояло стать помощником и учителем юного князя Дмитрия. На плечи митрополита легли полномочия и пастыря, и правителя в разоренной стране. Накануне страшный пожар до основания уничтожил Москву, посады и сам деревянный Кремль. Митрополит Алексий убедил юного князя строить новый Кремль, на этот раз каменный. Денег в казне не было, но Алексий знал, как решить эту проблему. Он собрал на совет все московское боярство и предложил каждому построить за свой счет участок стены или башни, внести свой личный вклад в общее дело защиты Москвы. Имена подрядчиков до сих пор сохранились в названиях кремлевских построек.
Собакина и Свиблова башни, Тимофеевские ворота. Белокаменный Кремль стал одной из мощнейших крепостей Европы того времени. Его площадь почти равнялась современной, а прочный фундамент стоит до сих пор. Толщина стен достигала 3 метров. В стенах были устроены бойницы с деревянными щитами. Дополнительную защиту давал глубокий ров. Строительство шло в течение многих лет силами многих тысяч людей, для которых эта работа стала средством к существованию. Владыка возглавил московское правительство при князе Отроке, которое состояло из видных бояр. Столетия спустя потомки этих людей – Вильяминовы, Воронцовы, Шуваловы, Беклемишевы, Кошкины – будут определять историю России. Но пока России еще не было. 23 отдельных княжества жили своими интересами, вели свои летописи и соперничали друг с другом. Их объединяла общая территория, общая вера и общая зависимость от Золотой Орды. Орда делала все, чтобы не дать им объединиться. Инструментом раздоров была торговля правом на великое княжение. Каждый хан выдавал свой ярлык, и наступил момент, когда его получили одновременно и Дмитрий Московский, и Дмитрий Суздальский. Между Москвой и Суздалем началась война. И неизвестно, чем бы она кончилась, если бы не вмешался по просьбе митрополита Алексия его давний друг, игумен Троицкого монастыря. Многие почитали его святым. Ходили легенды о чудесах в его обители, о прозорливости, мудрости и простоте старца. Он своими руками строил кельи и деревянные храмы. Пешком с одним черемуховым посохом исходил многие земли. Запросто в пыльной дорожной одежде входил в княжеские палаты. И когда его позвал владыка Алексий, игумен немедленно отправился на помощь. Он прошел от Радонежа до Нижнего Новгорода через опустошенные чумой деревни, глухие леса и выжженные засухой поля, и уговорил упрямых князей примириться. Никому прежде это не удавалось. Никому, кроме игумена Сергия Радонежского. Он нашел те единственные слова, которые смягчили ожесточенные сердца. И там, где вчера собирали войско, теперь готовились к свадьбе. По благословению отца Сергия, Дмитрий Московский брал в жены дочь своего бывшего врага Евдокию Суздальскую. Свадьбу играли в Коломне. Заснеженный тихий город кипел радостью нежданного праздника. Веселились все. И только жених с невестой сидели на свадебном перу тише воды ниже травы. Дмитрию было 15, Евдокии 13. Вполне обычный возраст для брака в то время, но молодожены в смущении не смели поднять глаза друг на друга. Так началась их любовь, которая не кончится никогда. Дмитрий и Евдокия проживут в любви и согласии 22 года. В них родится 8 сыновей и 4 дочери. И разлучить князя и княгиню сможет только смерть. После коломенской свадьбы мир и благоволение окутали, как пушистым снегом, русские земли. Великая тишина оставалась незыблемой. Можно было жить спокойно, без тревоги о завтрашнем дне. Орда была уже не та, что прежде. Там началась великая замятня, череда дворцовых переворотов. Ханы менялись с такой скоростью, что князья даже не успевали доехать до очередного правителя. На этот раз власть в Орде захватил темник, то есть командующий 10-тысячным корпусом по имени Мамай. Не будучи потомком Чингисхана, он мог править только от имени марионеточных ханов, потомков Батыя. Золотая Орда, так и не сумевшая оправиться от последствий Черной смерти, уже не была единой. Ее западная часть называлась Белой Ордой.
Формально в ней правили потомки Батыя, фактически темник Мамай. Восточной частью, Синей Ордой, управляли потомки Шибана, брата Батыя. Но верховным правителем считался тот, кто сидел в столице Золотой Орды, в Сарае. Пока ханы, эмиры и темники сражались между собой за сарайский трон, русские князья были предоставлены сами себе. Кому следует платить ордынский выход, было неясно. И спустя некоторое время Москва перестала его платить. Так решил молодой князь Дмитрий. Он знал, что за этим должен был последовать карательный поход, но время шло, а похода не было. Дмитрию было 24 года. И пусть опыта он набрал еще немного, но решимости ему не занимать. Удача сама шла в руки. Пока Орда барахтается в усобицах, самое время русским князьям объединиться. Зима в тот год пришла рано, и это тоже было большой удачей. По замерзшим рекам все северорусские князья быстро доехали до Переяславля, куда князь московский Дмитрий позвал их на крестины своего четвертого по счету ребенка, сына Юрия. Пришел из Троицкой обители и сам игумен Сергий Радонежский крестить княжича. Крестины были лишь поводом. Дмитрий собрал князей для того, чтобы объединить силы и договориться о дальнейших действиях. Из шумной гридницы Переяславского терема начался путь на Куликово поле. Первым делом нужно было прекратить давнюю войну Москвы и Твери. Собрав всех своих переяславских гостей, Дмитрий пошел походом на Тверь. Осадив город, он вынудил тверского князя заключить мирный договор на своих условиях. «А если будут татары нас стравливать и давать тебе нашу вотчину, то тебе того не брать никогда». Так князь Дмитрий лишил Орду ее излюбленного оружия – стравливания князей между собой. И объявил Великое княжение своим безусловным наследственным владением. Мнение Орды по этому поводу его больше не интересовало. Московское княжество превращалось в Московское государство. Предположительно, после 1374 года князь Дмитрий начал чеканить в Москве собственную серебряную монету, впервые за 350 лет. Сначала это было подражание ордынской тенге, откуда и появилось русское слово «деньга». Но позже появились монеты оригинального русского чекана с изображением воина с саблей, так называемые «сабленицы». Впоследствии на московских серебряных монетах будет изображаться всадник с копьем, и они получат название «копейка». Мамай решил отправить на Русь карательную экспедицию. Усмирить ретивого московского князя и его союзников следовало так, чтобы остальные хорошо усвоили монгольский урок. Но русские сами вышли навстречу ордынцам. Дмитрий Московский отправил на рубежи большое войско. Выступить против Орды означало нарушить великую тишину, установленную трудами его деда Ивана Калиты. Но прежних советников, старых московских бояр, Дмитрий больше не слушал. Теперь у него были другие бояре, молодые, его ровесники, которые рвались в бой. Большое русское войско встало лагерем на реке Пьяни, которая на всем течении петляла так, будто сама была в хмелю. Ордынцы все не появлялись. Измученные ожиданием, русские воины начали развлекаться охотами и пирами. Умельцы варили брагу, и на Пьяни реке стоял пьяный туман, в котором беспечно пировало русское войско, заранее празднуя свою победу над ордынцами. Русские даже не успели понять, что происходит, когда на них будто из преисподней обрушилась татарская конница. Началась паника. Люди бросились к реке, пытаясь укрыться от татарских стрел и сабель. Не спасся почти никто.
Спустя две недели обмелевшая от жары Пьяна стала рекой мертвых. Русло ее было забито трупами людей и лошадей. Татары пошли дальше. Разгромили и сожгли оставшийся без защиты Нижний Новгород. Взяли Рязань. И только поздней осенью, отягощенные огромной добычей, татары ушли в степи. Воодушевленный успехом, Мамай на следующий год послал другой отряд. Московские и ордынские войска сошлись в Рязанской земле и встали по разным берегам реки Вожи. Ордынцы решили обмануть противника и напасть вечером, когда войско готовилось к ночлегу. В сумерках лавина татарской конницы, быстро переправившись через мелкую Вожу, обрушилась на русский лагерь. И встретила бешеную атаку заранее выстроенных боевых порядков. Русские быстро загнали татар в реку и погнали дальше. Победа? Князь Дмитрий сомневался. Что если бегство татар – это военная хитрость? На утро после битвы от реки поднялся густой туман. И напасть можно было скрытно в любой момент. Русские полки простояли на позициях еще сутки, готовые к новому бою. Великая тишина разлетелась вдребезги. Сумеет ли князь Дмитрий собрать достаточно сил, чтобы противостоять Орде во всем ее могуществе? Для всей остальной Руси его, Дмитрия, правда была всего лишь московской правдой, а точнее, московской выгодой. Как донести до всех, что это битва за всю Русь? И как самому увериться, что это действительно так? Князь Дмитрий в отчаянии бросился туда, где всякий, кто бы он ни был, получал помощь. За 70 верст от Москвы, в Троицкий монастырь, к отцу Сергию. Игумен уже знал, зачем явился князь. Ему понадобилось всего несколько слов, чтобы развеять сомнения и вселить в сердце нерушимую веру. Сергий благословил князя и его воинство на великую битву. Теперь эта война стала священной. Мамай собирал силы и ждал, не одумается ли Москва. Дмитрий тоже готовился. 16 княжеств должны были прислать свои дружины. В начале августа русские дружины из разных городов собрались в Коломне. От разведчиков было известно, что Мамай заключил договор с литовским князем Ягайло и Олегом Рязанским. Они должны были присоединиться к ордынскому войску на южном берегу Оки. Но Дмитрий не дал союзникам времени на сборы. Он двинул свои войска навстречу Орде, на ее территорию, где русские еще не воевали. По дороге к нему присоединились отряды из литовских земель. Впервые объединилось столько городов и князей. Каждый полк шел в бой не только за свою землю, но за всю Русь. Давно русское войско не было столь многочисленным. Но силы Мамая все равно превосходили полки князя Дмитрия. В ночь на 7 сентября русское войско по заранее наведенным мостам переправилось через Дон. Сразу после переправы по приказу князя Дмитрия мосты были разрушены. Для тех, кто строился в боевые порядки на Куликовом поле, пути назад не было. Им оставалось только одно – победить. Выбранное князем для битвы Куликово поле длиной 3 километра и шириной 800-900 метров было ограничено с флангов лесами и оврагами, которые лишали противника возможности обходного маневра и вынуждали к затяжной и тяжелой атаке в лоб. Полки правой и левой руки должны были удерживать фланги и не допустить окружения. В Дубраве у Дона был укрыт засадный полк, резерв, который вступит в бой в критический момент. В центре стоял большой полк, а перед ним князь поставил передовой полк, заслон из опытных воинов, который должен был принять первый, самый страшный удар монгольской конницы. 8 сентября 1380 года
На берегах Дона и Непрядвы в густом тумане едва различимо проглядывало будущее России. Среди воинов были Иван Годун, прародитель Бориса Годунова, и Федор Кошка, от которого пойдут Романовы. Тут же стоял Федор Кутуз, предок победителя Наполеона, и Григорий Мархинин по прозвищу Пушка, давший начало Пушкиным. Князь Дмитрий подозвал своего любимца Михаила Бринка, сходного с ним роста, и велел поменяться доспехами. Воины должны видеть, что князь сражается в их рядах. Дмитрий не собирался уходить в безопасное место. Он поскакал на передовую, и бояре не сумели его остановить. Туман рассеялся ближе к полудню. Взвыли трубы. Из холма покатилась лавина монгольской конницы. Передовой полк полег почти полностью. Но опрокинуть большой полк ордынцам не удалось. Мамай перенес основной удар на полк левой руки. И когда ордынская конница уже готова была сбросить русских в Непрядву, в бок ей ударил засадный полк. В реке оказались сами ордынцы, их ряды смешались, и сверху навалился подоспевший полк правой руки. Москвичи, ярославичи, коломенцы, смоляне, ростовцы не верили своим глазам. Народ от края земли, величайшая армия, которая завоевала полмира. Они бегут. Бегут. Русские гнали татар 50 верст. Сам Мамай еле ушел от погони с остатками своего войска. В горах трупов нашли многих бояр и воевод, и Михаила Бринка в изрубленных золоченых доспехах. Князя Дмитрия искали дольше других. Он лежал в пролеске, контуженный, но живой. Придя в сознание, узнав о победе, он нашел силы сесть в седло. Отныне и навсегда князь Дмитрий будет именоваться Донским. Победителем битвы близ реки Дон. На трон Золотой Орды сел хан Тахтамыш и отправил к великому князю Дмитрию послов сообщить о своем воцарении. Послов в Москве приняли с почестями, снабдили богатыми дарами, но за ярлыком князь не явился и возобновлять выплату дани не собирался. Тахтамышу понадобилось 2 года, чтобы подготовить большой поход на Москву. Он позаботился о том, чтобы в Москве узнали о его походе как можно позже, и перекрыл основной канал информации. Велел перебить всех русских купцов на Волге. В начале лета на Москву обрушилась паника. Тахтамыш перешел Оку. Князь Дмитрий отправил гонцов ко всем союзникам и сам поехал в Кострому собирать силы. Он просчитал все возможные варианты развития событий, но Тахтамыш выбрал вариант, который просчитать не мог никто. Он начал переговоры и поклялся москвичам, что желает только осмотреть город и принять дары. 2 русских князей, подручников Тахтамыша, подтвердили его слова. И Москва открыла ворота. Татары ворвались в город, и началась страшная резня. Негде искать спасения. Некуда от смерти бежать. Нельзя от острого меча укрыться. Повсюду стоял крик. Такое множество людей кричало, что уже не могли друг друга расслышать.
А враги истребляли народ, срывая одежды, рубили голых насмерть. Преодолевая острую боль в груди, князь Дмитрий въезжал в свой город. Москвы не было. Закопченные стены, пепелище, горы трупов. В разоренных храмах сгорели тысячи книг, которые снесли туда со всего города и окрестностей для сбережения и поставили стопами высотой до сводов. Вот оно. Эхо его великой победы. В какую пропасть он загнал Москву? И как теперь ему вымолить прощение у тех, кто ровно год назад погиб на Куликовом поле, кто сейчас сгорел в разоренном городе? Князь из личных средств оплатил похороны всех погибших. Ими оказалась половина московского населения. Во всех уцелевших церквях заказал заупокойные службы. Все приходилось начинать сначала. И прежде всего ехать за ярлыком на поклон к ненавистному хану. Было очевидно, что живым Дмитрий от вероломного Тахтамыша не вернется. Во главе посольства в Орду отправился его сын, Василий. Тахтамыш отдал ярлык Москве, а княжича Василия оставил в Орде заложником. Дмитрию пришлось смириться. Москва должна была Орде ежегодный выход 4000 монет, плюс 8000 недоимки за 2 года. Князь Дмитрий воспользовался тем, что накануне новгородские пираты, ушкуйники, ограбили поволжские города и запросил с новгородцев компенсацию в размере 8000 серебряных монет. Новгородцы платить отказались. Через месяц в их земли вступило огромное войско князя Дмитрия Донского, собранное из 29 городов. В конце концов, Новгород уплатил все, что требовалось, и князь Дмитрий Иванович смог закрыть свой долг перед Ордой. Весна 1389 года впервые за долгое время наполнилась радостными ожиданиями. Из ордынского плена возвращался в Москву 17-летний княжич Василий, а княгиня Евдокия была на сносях. В кремлевских палатах стали готовиться к долгожданным крестинам, но внезапно князь заболел. Его мучили страшные боли за грудиной, и никакие усилия уже не могли унять их. Завещание детям и княгине он написал заранее, позаботившись о супруге так, как прежде никто из русских князей не делал. Князь Дмитрий Иванович успел увидеть новорожденного сына Константина. Но старшего Василия, который был уже на пути к Москве, так и не дождался. 19 мая 1389 года Дмитрий Донской умер от острой сердечной недостаточности. Ему было 38 лет. Летописец бережно сохранил слова молодой вдовы, обращенные к любимому. «Если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, княгине твоей. Вместе с тобой жила, с тобой умереть хочу. И юность еще не оставила нас, и старость не настигла. Кто я теперь?» Княгиня Евдокия в монашестве Ефросинья всю оставшуюся жизнь, 18 лет, посвятит памяти мужа. Она будет строго блюсти исполнение завещания Дмитрия Ивановича, станет добрым и мудрым арбитром в спорах между его наследниками, построит новые монастыри и церкви. Ее усилиями 8 сентября, день Куликовской победы, станет особым праздником сначала в Москве, а потом и по всей Руси. Князь Дмитрий Донской, прославленный уже в наше время в лике святых, навсегда остался в народной памяти как великий герой, равный древним богатырям.
Мощным ударом он расколол щит Орды, придавивший Русь тяжким бременем зависимости, страха и раздоров. Московские, ярославские, ростовские, полоцкие, смоленские войны, которые пошли на смерть за общее дело, вернулись с Куликова поля войнами русскими. Страха не было. Была победа.